Что делать, если ваш озимый чеснок начал вырождаться, мельчать или заболел? Необходимо обновлять семенной материал. Расскажем подробнее. Для того, чтобы обновить семенной материал чеснока, мы используем бульбочки. В каких случаях мы пользуемся бульбочками? Например, он у вас начал болеть, чесночок, мельчать, вырождаться. Возможно, вам нужно просто больше посадочного материала, то есть вы увидели какой-то сорт и вы хотите его размножить. Мы оставляем бульбочки в течение летнего сезона, они у нас созревают, потом вот таким вот образом раскрываются и дают нам сигнал к сбору самого чеснока. А бульбочки мы оставляем вот таким вот образом вместе такой вот деляночкой, вот как они были в стрелке, сохраняем до момента посадки. Когда пришло время, мы сажаем его точно так же, как озимый чесночок по времени. То есть, если у вас погода уже холодное, время года уже осень, уже заморозки недалеко, недели за три до заморозков, то есть точно так же, как озимый чеснок, мы сажаем бульбочки. Как мы высаживаем? Для начала мы выбираем семенной материал. Бульбочки лучше брать покрупнее, из них тогда будет полноценная головочка уже на следующий сезон. Из более мелких нужно больше времени, и это пройдет через год. Уже посадочный материал нужного размера вырастет. Выбираем с вами место более-менее сухое, неподтопляемое. Чеснок любит влагу, но он не любит киснуть в воде. Лучше, если участок подтопляется, лучше сделать высокую грядку. У меня весной участок затопляется талыми водами, поэтому все культуры, которые не любят воды, та же клубничка, чеснок, все я сажаю на возвышенностях. Мы сейчас в Сибири находимся, и срок посадки для Сибири – это конец сентября, начало октября. Всегда смотрим по погоде, которую у нас с вами. Если еще долго тепло и сухо, посадку лучше отложить на более поздний срок. Выбираем место после таких культур, на которых росли бобовые. Может быть, у вас был участок засеянный сидиратами. Допустим, у вас росла капуста, кабачок. Эти культуры подойдут как предшественники, и чеснок будет чувствовать себя хорошо. Можно вносить питание в грядочку, например, зола, потому что чеснок не любит кислые почвы. И если участок у вас с очень плотной землей, я бы посоветовала еще делать дренаж из песка. Лунку делаем в районе 3 сантиметров глубиной. Вот я делаю сейчас глубже, потому что я насыплю сюда еще песочка. Вот такой рядок готовлю. И первым слоем в моей тяжелой почве будет песок. Обычно мы с вами ориентируемся не на временные сроки, а на температуру почвы. Температура почвы для посадки должна быть 10-12 градусов. Чем грозит несвоевременная посадка? Если мы с вами высаживаем слишком рано, чеснок может прорастать начать и тем самым подвергнуться уже заморозкам, да, которые вот-вот нагрянут на молодые росточки. Если мы посадили поздно, он не успеет укорениться. Поэтому температура почвы – очень важный показатель. На моем участке росли сидираты, песочек мы просыпали. И дальше, каким образом мы располагаем наши луковички? То есть мы выбираем их, вот они у меня вместе хранились, чтобы не пересыхать. Мы их выбираем, отделяем. Мы выбираем бульбочки. Это абсолютно стерильный материал. Он не требует даже никакой предварительной предпосевной обработки. Он полностью защищен от болезней, потому что он даже в почве у нас еще не был. Вот таким вот образом крупненькие луковички выбрали. Если материала недостаточно, можно посадить все. Мелкие просто дадут в другое время более поздний урожай. Когда мы с вами бульбочки отделили, можно выбрать местечко там, где у вас идет основная посадка чеснока, и сделать отдельный рядок. Я сделала отдельную, прям выделила маленькую грядочку рядом с новой посадкой клубники. Вот сорт купила, у меня тут 4 штучки клубники. Это будет и защита культуры от вредителей, чесночок. И после сидиратов сам чесночок будет себя хорошо чувствовать. То есть почва полностью чистая. Приготовила материал. Как мы будем с вами раскладывать его, здесь большой разницы нет. Кто-то советует именно донцем вниз. Вот глубина у нас будет заделки сантиметра 3. Можно положить донцем вниз, можно сделать на бок, положить вот так вот. То есть здесь главное просто мы с вами распределили наши луковички, наши бульбочки. И вот в этом выделенном местечке, соответственно, ухаживаем так же, как за чесноком.
То есть требуется прополка, рыхление, полив, все как всегда. При посадке лучше использовать семена более однородные на одну глубину. Если мелкие, то можно сделать рядом рядочек на более мелкую глубину заделки. Здесь смотрите по своим семенам. Обязательно используем удобрения. Вот у меня земля стала склоняться больше к кислости, соответственно, более кислую почву раскисляю, использую золу. Зола – это и подкормка чеснока, и дополнительное обеззараживание места, где он растет у нас, и в то же время это раскисление. То есть почва, склонная к кислотности повышенной, требует раскисления. Чеснок любит плодородную почву. Подробно можете посмотреть о том, как мы высаживали зимний чеснок, озимый. У нас есть ролик на канале Антонов Сад. Сейчас мы с вами посадим бульбочки. Разложила уже в траншеи, вот еще несколько сейчас беру крупных. Семена разложили, дальше готовим смесь перегноя или компоста и смешиваем его с землей, чтобы питание было нашему чесночку. Сейчас я сначала добавлю золу, прям вот таким вот образом обильно опудрю, и используем компост, вкуснятинка такая, и добавляем почву с участка. Грунт мы с вами подготовили, перемешали. В заделку, в землю, в грядочку также лучше внести компост, перегной, для того, чтобы земля была плодородная. И сверху также засыпаем. Вот у меня сейчас шли дожди, поэтому я луночку свою под чеснок не поливала. У меня грунт очень влажный. Если у вас долго стоит сухая осень, то лунку саму, вот куда вы укладываете бульбочки, лучше полить. Дальше мы засыпаем наш чесночок. Раскладывать можно через 2-3 сантиметра головочки, но я разложила более широко, в надежде, что получится более крупная головка. Весной у нас с вами получится однозубок, который мы потом вот в сроки выкопки зимнего чеснока будем вытаскивать из земельки, просушивать и сажать его еще раз на вторую уже зиму. И тогда уже у нас полноценная головочка вырастет. То есть таким образом мы оздоровляем материал, увеличиваем его в количественном отношении и размножаем сорт, если, допустим, какой-то вкусный сорт вы хотите размножить. Все, мы с вами посадили, все заравниваем. И можно немножечко вот, вот таким вот образом прям чуть-чуть прижать. Все, на этом с вами наша посадочка закончена. Ждем весной, естественно, прорастания. Также ухаживаем, поливаем, окучиваем, рыхлим и кормим. Сейчас, на сегодняшний момент, если мы с вами угадали в сроках посадки и с погодой, все у нас с вами вовремя, то тогда чеснок не прорастет. Он только опустит корешки, и у него образуется корневая система, которая будет крепко держаться за землю, а сверху мы всходов с вами не увидим. Оставайтесь на канале Антонов Сад. Увидимся в новых следующих интересных видео. Если вы еще не подписались, подписывайтесь, ставьте колокольчик и жмите лайки. Если будут у вас интересные вопросы, которые мы не раскрыли, мы будем рады на них ответить. Пишите в комментариях. Всегда с вами Антонов Сад.